Данное сообщение, материал, создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Сделать такие фотографии, тем самым оскорбив чувства верующих людей. Зачем фотографии? Заигралась немножко в инста-блогера. Делала фотографии без ума. Что-то как-то, да, так вышло. Но всем уже подумала. Все будет удалено, и больше такого не будет. По поводу метода пересечения возражаете, не возражаете? Нет, не возражаю. Ну, все? Да. Сажемся, зачем?